У детской книге не детские проблемы. Сегодня в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке состоялась литературная дискуссия. Тема «Детская книга – это воспитание или развлечение?». Высказать свою точку зрения пришли школьники, родители, учителя и, конечно же, детские писатели Чувашии. На встрече побывала и наша съемочная группа. По исследованиям социологов, среднестатистический россиянин в день уделяет книге всего 9 минут. А ведь Советский Союз входил в число самых читающих стран мира. Президент нашей страны отметил такую особенность, что, к сожалению, россияне стали очень мало читать. И, конечно, встает проблема, в чем же это выражается. Или литература неинтересная, или дети перестали читать, или есть какие-то другие реалии, о которых мы, может быть, не знаем. Специалисты считают, что негативно на чтение отразились развивающиеся с огромной скоростью различные медиа и интернет. Однако духовные ценности, которым так богаты книги, не заменят никакие технологии. Порой даже родители не готовы вложить в детское сознание набор нравственных критериев. Конечно, воспитание, конечно, развлечение, но в первую очередь это обучение. Обучение самих родителей правильно выбирать книгу и правильно поставить вопрос, как читать, что читать и когда читать. Вот если в семье с появлением же ребенка вместе с игрушками появляются маленькие книжки, и маленький человечек видит их своими маленькими глазками и входит в мир книги уже осознанно и неосознанно, то вот здесь и зарождается любовь к чтению. Детская литература и воспитывает, и в то же время заинтересовывает детей своими развлечениями, так скажем, да, картинками, иллюстрациями. Я думаю, прежде всего ребенка, значит, привлекает в детской литературе это картинки, а затем уже текст, и далее только содержание текста воспитывает ребенка. Читающие дети, по словам самих же учителей, отличаются большей любознательностью и нестандартным мышлением, а беседы с ними проходят намного интереснее. Так что на первый план все же выходит воспитание, а потом развлечение. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.